Полив огород, мы с барышней чешем. Ой, здрасте. Вроде только что попрощались, снова здрасте. Полив огород, мы с барышней сейчас чешем в центр, в сервис Канада. Спросить пару вопросов. Владимир уходит в декрет, в отпуск через 2 дня, в декрет через неделю, 17-го. То есть я 17-го выхожу на работу. Я хотела узнать, надо ли кого-то об этом уведомлять, что мы с ним поменялись. Или оно автоматически произойдет, а то продолжит еще платить, потом скажут, что я их обманула. Поэтому и надеюсь, что сервис Канада мне потом ответит. Ну, а заодно и прогуляемся, пока еще не жарко, сейчас только 9 утра, но уже чувствуется, что будет сложный день. Поэтому надо бы к 11 домой уже вернуться. Фу, не люблю жару, очень не люблю. В общем, оказалось, что и мне отчитаться надо, и Владимиру зарегистрироваться. В общем, еще куча работы. Ну ничего, сделаем. Я думал, у него нету. Чехла? Владимир купил еще палатку. Вряд ли. Да, это не чехол. Ну, значит, будете так ее аккуратно скручивать. Не, ну типа вот это чехол. Ну, конечно, хотелось бы. Насколько это людев? Что? Насколько это человек? На 2. На 2. То есть это он планирует ходить с ребенком или сам? Ну да. Жена там не предполагается. Ага. Угу. Жена предполагается на большую палатку. Ага. Которая течет. Которая еще покупает. Сейчас Владимир ее будет ставить. Просто за 6. Ее можно поставить, 6 дней посмотреть, как она будет. Я надеюсь, будут какие-нибудь дожди, ветра. Вряд ли. Ветра будут, дожди. Дожди, ну я искусственно сделаю. Польете? Я бы сначала взвесить бы. Хорошо. А что у нас? На ней же написано. Ну, 6 фунтов. 3 кг. Ну, было бы хорошо взвесить. Ну, весы, которые маленькие, там батареек нету. А на больших вы это не взвесите. 102 тяжелее, чем Димона. Ну вот как-то так. Это тут нижняя палатка. Такая крошечная. Такая крошечная. Ну, на них. Ай. Это... Как это? Для Зая! Единицы. Ну вот, в палатке 2 двери, 2 вестибюля. Нет, Зая, не надо лезть в мои тапочки. Ой, господи. Неосторожно поставила тапочки рядом с ребенком. Ай. Большой очень проем. Даже Владимир пролезет. Да. Это Woods. Вон написано. Woods, Cascade 2, Expedition Series. Коротковато. Не, нормально. Ну, скажем так, это на одного... Не, тут... На одного качественно лежать. Ага. Вдвоем, конечно, будет так. Ну, я же говорю, с ребенком. Ну, да. Вдвоем это надо будет очень сильно стесняться. Не, а так, конечно, прикольно, что практически до низу доходит. Этот. Ага. Короче, Владимиру нравится. Стоило это удовольствие? Да, стоило. Ну, цена была 209. Сейчас без налогов. Без налогов, да. Я взял за 150. За, ну, за 170 с налогами. Угу. Ну, вот так. Ну, вроде осталось. Точно такая же, как у нас есть. Полочка? Полочка, да. Здесь вон раз, два... Со всех сторон полочки. Это тоже, знаете ли,
Ну, места в палатке мало, только это вещи рассовывать. Ну и здесь, в принципе, если надо, один рюкзак станет, второй, и там еще два станет. Вот, тут людей столько нет, сколько места. Да. Ну, чудно. Я приехала собирать кубик. Владимир сказал, ну его нафиг, я не буду опять год раком стоять. Поэтому он остался с девочкой в машине. Мне сейчас надо набрать два ведра клубнички, чтобы я успела сварить варенье, пока мы не уехали на кемпинг. Мы в воскресенье уезжаем на 3 дня. Поэтому сегодня четверг. Вот как раз 2 дня мне, чтобы доварить. Доброе утро. Доброе. Сегодня, Владимир, первый день официально в декретном отпуске. Не, я еще. У меня еще неделя своего отпуска. А, ну да, еще неделя нормального отпуска, а потом декретный начнется. Ага. Но мы решили начать его рано. Владимиру пришлось. Ага. Чувствую, ему придется забыть о сне до 9 утра. Что такое спать? Ну ничего. Вот, барышня наша отказывается. Что-то посыпать сегодня утром. Ей явно хочется, она явно мучается, но пока у нее что-то не получается, поэтому мы приехали в гольф-клуб. Угу. На самом деле позавтракать, но пока катаем барышню. Ага. А вдруг она уснет? Вырубится, часика на два. Ну, это вряд ли. Но мы сейчас минут 20 покатаем и будем кушать. Красота, жара, мячи летают. Лето, да, мячи летают. Потом тут сказали, не ходите по дорожкам для картов, иначе вам прилетит в голову мяч. Мы такие, ну да, типа будем ходить по народ пешеходной. Типа не прилетит. Да, типа не прилетит. Ну ладно. Фух, ну красиво. Несмотря на то, что уже жарко, с полдесятого, ветерок спасает. Так, комаров до сих пор нет. То ли сильно жарко, то ли достаточно мокро. Да, июль месяц, комаров нету. Они ездят в леса, где вы были. Мы, кстати, сейчас построили. Не. Мы, кстати, сейчас загружаем это видео. Ага, получасовое скоро. Первого дня Владимирского. Мы к этому моменту его уже посмотрели. В конце дня будет. Ну да. Вот. Одна на озере. Сегодня проходит триатлон. И мы же который год хотим. Ну, по крайней мере, я хочу на него посмотреть. Как все-таки народ бодро плавает через озеро. Но все пока никак. Что-то пока никак, да. Сейчас вот прям слышно там кто-то разговаривает. Поэтому сейчас зайдем, заглянем этим глазком и назад. У нас вот пробуется триатлон в Мордоре, по-моему, самый старый, да? В Манитобе. Вот, они здесь проводят его на разные дистанции. В субботу для взрослых, а в воскресенье для деток. Деток с 2 лет берут. Причем они должны будут и плавать, и бегать, и ехать. Но на велосипеде можно на любом, ага. Даже с этими страховочными колесами. Короче. Будем готовить нашу крошку. Да. Ну и дистанции, соответственно, такие смешные. Чисто поучаствовать, ага. Развлечь деток. Называется Kids of Steel. Ага. Да, мы с Али тоже будем тренировать. Пусть участвует. Конкуренция дело такое, плавое, в умеренных дозах. Вот, ну вот на 3-й этап пошел. Они проплыли, они в 8 утра стартовали, проплыли, вот они приезжают на великах и побежали. Мы сейчас попытаемся выяснить, какие у нас дистанции, собственно. Но возраст очень разный. Да, такие спортивные. Мы вам не говорили, но Владимир тут делает вино. Да. Уже подходит, в принципе, финальной стадии. Финальной стадии, но еще нет. Еще 3 дня. Да. Мы думали, что сегодня уже переливать, но оказалось, еще 3 дня мешать надо. Угу.
поэтому вот. Заяц пляшет. А какой же вы делаете? Офигенно. Ну, красная полусладкая. Ага. А нет, ну да, полусладкая, по-моему. Полусладкая? А может и сухое. Мы выкинули коробку, да? Да. Поэтому не в курсе, что Владимир делает. Но... Ну, когда я выбирал, мне понравилось. Ну да. И пришлось пожертвовать 5 литрами. А, да, не хватило емкости, надо покупать другую. Да. Это на 19 литров, а... Получается... Ну, плюс еще 3 литра еще. Ну да. Короче, пришлось пожертвовать. Да, наверное, я сейчас перелью. Его надо мешать. И непонятно, как его бутылки мешать. Да. Не совсем удобно. Ну, проще это делать. В ведре? В другой таре. Ну, будем переливать в ведро. Через 3 дня как раз мы с кемпинга вернемся, и Владимир будет разливать. Здрасте. У нас воскресенье. И мы приехали на кемпинг. Не хватало нам природы, да? Да. Судя по тому, как бодро народ отсюда валил, нам тут будет чуть ли не в гордом одиночестве. Угу. Тут очень мало занято сейчас конца это. Да. Мы в Вайтшелле, Вайтшелл Провиншал Парк на Кадди-Лейке. Тут столько всякой живности. Хотя мы сейчас вроде побрызгались и стало полегче. Парышню, конечно, никто не... Ха-ха-ха! Меня что-то укусило. Сзади. Так вроде нету. Тут подмышка. Угу. Капец. Я туда не добрызгала. Сейчас добавлю. Вот. Барышня будет у нас путешествовать в сетке, как обычно. Но пока я ее держу, вроде ее никто не грызет. Поэтому, надеюсь, так и будет дальше. Мы здесь на 2 ночи, может на 3, как пойдет. И надеемся поплавать на каяках, да? Если ветра не будет сильного. Солнышко. Привезли ребенка на природу. Кстати, пока там Владимир собирает палатку, предлагаю оценить вместительность нашей машины. Мы умудрились привезти 2 каяка и коляску. Ну и плюс все, что нам понадобится для кемпинга. Да? Как сказал Владимир, машина побольше нам не скоро понадобится такими темпами. Да. Ну на. На. Ой. Да, комары куда-то проще исчезли. После первой атаки как-то стало полегче. Надеюсь, продолжится в том же духе. Потому что я в этом году первый раз набрызгалась. Да, и мне не понравилось. Ой. Бам. Дело к вечеру. Владимир, который утверждал, что костры палить не будем. Пошел тут по лесам погулял. Да, потому что дрова опять платные. Блин. Ай. Комары. Да, пошел по лесам, набрал дров и сейчас буду готовить нам стейки. На решетке.
У нас тут детка в клетке. Мне кажется, мы неправильно палатку поставили. Чё? Надо было сетка к костру, чтобы она нас видела. Ну, мы можем подвинуть. Вместе с ребенком? Ну да. Будет забавно. Владимир выгреб последнее пиво из дому. Намерен выпить. Да. Ну, что я имею сказать? Гулять здесь негде. И, в принципе, как-то так выглядит очень грустно. Разрекламированное место, но такое. Опа-па-па-па. А где? Да, здорово. Тебе куда? Ну, так вот, место вроде как разрекламированное, но оно скорее работает просто отправной точкой в каноэ рут. Ну, оно... Путешествие на каноэ. На каноэ с каяками, по речкам и озерам местным. Угу. А так само место не очень. Да, само так себе. Поэтому мы думаем, куда нам свалить завтра. В принципе, парк большой, мы можем на день поехать. Да, потом погулять приехать. Сюда вернуться, да. Или полностью передислоцироваться, ну лень. Посмотрим, да, это слишком много движений. Разбираться, потом собираться, угу. Ну короче. Поедем на Вайсхолл. Потусим. Доброе утро. Чудесное утро, я вам скажу. Ага. Такое не жаркое. Владимира оставляем готовить завтрак. Я пойду катать барышню, потому что спала она хорошо, но исключительно вцепившись в маму. При любой попытке освободиться, ребенок просыпался. Поэтому утром она тоже, несмотря на то, что еще хочет спать, она, так сказать, очнулась и закатила скандал. Такой, тихий, в ее духе. Я вчера шипанулась от палатки. Набила синячок. Хозяйственный. Угу. Мы хотели поехать, то есть войти на каяках с утра. Но проспали. Да, но мы заленились вставать. И сейчас, пока мы позавтракаем, уже будет к жаре ближе, чем к прохладе. Поэтому... Мы пойдем через лес гулять, комаров кормить. Да, я нашел, где гулять. Да. Все вообще... не так плохо. Да, мы думали, что вообще труба, и надо валить отсюда. Но я думаю, что еще один день мы тут проведем, а завтра уже успокоимся и поедем на Вайсхолл. Ну, посмотрим. Да. Может быть, мы успокоимся, поедем. И там еще раз успокоимся. Там погуляем. Ну, может, уже без ночевки там. Ну да, я же об этом говорю. Угу. Мы туда еще поедем. Барышня ожидает. Ожидает своей участи. Ладно. Ставим Владимира. Пойдем еще пройдемся. В общем, мы с Владимиром психанули и решили пройтись до Вайсхолл Лейка. А это 7.7 километра. В одну сторону. Мы уже прошли 5.3. Сейчас я вам покажу, что нам приходится преодолевать. Вот, видите эту горку? Это, конечно, самая высокая горка, но до этого было уже, так сказать, весело. Ага. Времени почти 12. И мы чешем. Осталось 3 километра. Мы сначала думали плюнуть и повернуть назад, но 5 назад это длиннее, чем дольше. Чем 3 вперед. Поэтому мы пройдемся. Да. Владимир хотя бы пустую коляску будет толкать. Уже легче. А мы с барышней. Да, мы с барышней. Так это. Татьяна Ивановна с дополнительным весом. Хо-хо-хо-хо-хо. В общем, это знаете, как в том анекдоте про ворону? Мы смелые, мы сильные, но на всю голову дырнули. Ну, мы дошли, конечно, оказалось не 7, а 9, 9 километров протёпали. Фу, сейчас час дня. 2 часа 40 минут, в общем. Да, ну дошли вроде нормально. Да, барышня. Спокойная, куда? Поспать пыталась. Да, не трясись сильно.
после этого солнышко, а тут ведь не очень так прохладно. В общем, решили, что назад мы не пойдем. Владимир назад побежит. Обещал за час добежать, да. Но он за нами приедет. Потому что трясти ребенка еще раз. Как-то ты занадто. Владимир даже в воду влез, хотя говорит холодно. Или когда влезешь, чтобы не мать. Не, когда влезешь, уже хорошо. Ну, вот так. Зацените этого зверя. Вау. Владимир добежал за 1:15. Ага. Да. Теперь у нас ланч. Говорит, даже не ухэкался. Ну так. Нельзя сказать, что легкая прогулка, но просто очень жарко. Солнце прямое. Ну, вода была хорошо. Ага. Какая-то я маленько потрепанная жизнью. Кстати, оцените загар. На ногах та же ерунда. Вот прогулок под солнцем. Ну, в общем, у нас была еще одна ночь здесь оплачена. Но мы быстренько собрались и едем домой. Мы решили, хватит. Да. Во-первых, мы сегодня ухэкались сильно, а завтра плохую погоду обещают. Поэтому чисто переночевать и утром бегом бежать как-то не хотелось. Ну и плюс комары с мухами достали. Ну да. Это кошмар. Ладно, там мы бы вдвоем побрызгались, хотя бы от комаров отбились. Но барышню не побрызгаешь. И я стараюсь, ну, я побрызгалась только вчера, сегодня уже не брызгалась, чтобы, ну, я ее на руках ношу, чтобы она еще об меня этой фигни не подхватила. Поэтому побрызгаться толком невозможно. Хорошо, как-то так было солнечно и немного. Сейчас капец. Да, сейчас побольше стало. Владимир сходил в озеро окунуться после всех наших, так сказать, маневров. Этих черных мух отбивались. Да. Поэтому вот, закончим влог здесь. Я надеюсь, я его завтра выложу. Слушайте, ну кошмар какой-то. Хорошо, что ничего не палит. Вот, пока. Не, ну обычно палит сразу. Ладно. У меня все тянет. Я прям чувствую, как я молодею. Складочки все. Распрямляются? Распрямились, да. Ладно, выйдет в следующее видео. А, подождите про следующее видео. В следующее видео выйдет влог, но товарищи. Владимир же ж такую красоту выложил. Поэтому, если кто не видел, первое видео из его соло-путешествия... Это стоит посмотреть. Да, это стоит посмотреть. Ссылка будет под видео, и вот тут вот где-то в подсказках я, короче, выложу. Все, теперь точно. Пока-пока.